Причем, когда выезжаем, как приехали, потом по шоссе на запад. Через город не поедем. Направо. И как тебе дома? Хорошо. Но будь я при деньгах, было бы еще лучше. Ха, куда спешить? Знаешь, за деньги счастья не купишь. Убирайся к чертовой матери. Да я тебя просто дразнил. Про бабки не волнуйся. Эта работенка только начало. Скоро будешь в них купаться. Так что, Сент-Айленд все такая же дыра, как раньше? Нет, нет, сейчас не так уж плохо. Хрена себе. Как это может быть? Все черномазы свалили на юг на зиму. Ясно, дыра дырой и осталась, Вик. У тебя не было всего пару лет. Этому району нужно куда больше, чтобы измениться. Они там плодятся, как кролики. Что поделаешь? Стало даже хуже, чем в детстве. У них там что-то вроде банды родилось. Как их там за ногу-то? Бимеры, бумеры. Хрен их разберет, что такое. А, зашибись, прекрасно. Звери это! Дурь толкают и друг друга мочат, вот и все дела. Тебя они не тронут. А если полезут, я не зря тебе пушку дам. А, кстати, теперь с оружием ходишь? Это еще зачем? Без него в нашем деле никак, особенно в этом долбанном месте. Да, блин, умеешь ты утешить. Ты в курсе? Здесь налево. Забыл, какой тут хороший район. Знаешь что, вот буду богатым, куплю себе здесь домик. Только день как вернулся, а дом родной ему уже не нравится. Эй, что за наезды? Я просто любуюсь, ну и мечтаю. Когда я себе еще такое смогу позволить? Ха-ха, у тебя бутылка от шампанского, да внутри пива, друг мой. Не волнуйся, я помогу тебе. Вон та кремовая крошка. Осторожней. Сделай все быстро и уматывай. Если придется, выбей окно и вперед. Я буду ждать тебя у Майка. А если будут проблемы? Разберешься с ними. Считай, что это проверка. А провалишься? На фабрике есть рабочие места. Верно. Просто спросил. Удачи, кореш. Увидимся у Майка. Ты что делаешь, мазафака?
Country road, wild roses grow that need my special care. So I haven't time to be a mill. Эй, задание выполнено! Как все прошло? Расплюнуть. Вот только машина принадлежала кучке нигеров, и как ты уехал, они тут же попытались меня прибить. Да, наверное, бомбисты. Хантер с их район. Они несерьезные ребята, так, шпана. Шатаются по улицам, болтают херь, воруют херь и курят травку. Посмотрим, что тут у нас. О, мило, без пятен. Чисто. Откуда у шпаны деньги на такое? Наверное, сами угнали. Ну, хорошо. Сколько я там тебе за нее обещал? 600. Мне нравится твой друг, Джо. Вот тебе твои 400. Заходи еще, ладно? Снова вместе поработаем. Будь уверен, Майк. Увидимся, Майк. Я скоро снова зайду. Ладно, парни. До встречи. Вот твои 300. Остальное мне за посредничество. В следующий раз ты сам по себе. Сойдет. Спасибо, Джо. Ладно, поехали домой. Я устал. Country road, wild roses grow that need my Вита, нам нужно на шоссе.
что, работу выполнил и не облажался. Так держать. Да, но мне чуть башку не оторвали. Я что, выжил на войне, чтобы пропасть на Сент-Айленде? Ну, такая работа, парень. Что поделаешь? К тому же вряд ли ты еще чему обучен. Наверное, ты прав. Не переживай, все будет проще простого. Так, что за тип этот, Бруски? Майк полезный мужик. Ворчит много, но всегда какое-нибудь дельце докрутит. В основном с угонщиками. Вроде сидел когда-то, по-моему, с бензоколонками тогда химичил. Ты и правда его заставишь платить за химчистку? Не, спущу на тормозах. У меня с ним много общих дел, но и потом нрав у него тот еще. Мы как-то были на скачках, и один ирландец ему пиво на выигрышный билет пролил. Майк его так отделал, что чувак ослеп на один глаз. За десятку. Представляешь? По мне так урод конченый. С ними просто надо уметь вести дела. А я с такими ребятами дела крутил. Майк по сравнению с ними просто душка, увидишь.
Где-то можно машину поставить? Не хочу красотку на улице бросать. И правильно, так что ставь ее рядом с моей в гараже. На улице прямо стада уголовников. Да, район уже не тот, что прежде, а? Если хочешь есть, жратва в холодильнике. Ты голодный, Вита? Нападай на холодильник. Thank you.